Да, туалет, я тут вижу. Да, вот туалет. Спальня, у вас, наверное, какая-то хорошая. Лишка тут какой-то, да? Да, хорошая спальня, да, хорошая. А что вы там прячете? А ничего мы не прячем, просто я уперся об стеночку, ай, спина болит просто, на огороде весь день работаю. А ну-ка отойдите быстро. Ой-ой-ой. Быстро отойдите. Ладно. Так, что это у вас тут? Это что такое? Заходи, подписывайся на канал Дмитрия Шоумена, он ведет очень смешное скетч-шоу и также выпускает очень качественные и очень веселые ролики на ютубе, поэтому если ты хочешь убить время, чтобы посмеяться, заходи и подписывайся, ссылочка в описании. Шериф, участковый новый наш ходит какой-то. Ты тоже об этом подумал? Да. Вот. Так, короче, нужно заманить его домой, познакомиться, и потом, ты понял, да? Да, ты только план продумал. План нужно. Это моя жертва. Да. Так, ладно, давай думать план. Давай, план. Чё, идём? План готов, пошли. Всё, быстро. Ах, ты ж говно! Слушай, а чё ты не вызвал? Да здесь происходит, алло, стоять все на месте, я младший лейтенант Игорь. Да он офигел, ты всё! Да короче, вон мусор, не вынес, там, короче, нахатил, посрал! Да чё такое? Тихо, вы можете не сраться, по крайней мере, на улице. Предъявите ваши документики. Вы кто такие вообще? Как вы здесь оказались? Мы живем тут уже 3 года живем. А вы новый участковый, да? А вы кто? Я участковый, лейтенант Игорь. Да, значит, собственно, предъявите ваши документы. Такие документы, нас все тут знают. Мы уже тут всю жизнь прожили. Какие документы участковые? Ты что, нам не веришь? Я участковый, я тут всех знаю. Ну что-то, ну почти всех. Я тут новенький, на самом деле. Но я уже почти со всеми. Ну вот поэтому ты нас не знаешь. Ты нас не знаешь, участковый? Да его не знаю! Вообще говно заткнись, тупой! А ты вообще эти мусор вынесешь? Да что вы делаете? Стоять, говно! Ну, короче, ну... Так. Я не знаю... Ну, он просто, знаешь, он виноват, он мусор не выносит! Ничего не делает! Срёт везде! Короче, он... А ну, стоять, говно! Сейчас вас отделение отведу! Вы что делаете вообще? Какое отделение? Какое отделение? Какое отделение? Не надо никакого отделения! Вы мешаете, тут может случиться ДТП, если будет машина... Не-не-не! Пошли, участковый лейтенант, генерал, пошли, пойдём! У меня патруль! Да заходи, не переживай, заходи! Чаёк попьём и всё! Пойдешь патрулировать. Чашечка. Да, на кухню. Давай, лейтенант, генерал. Ну, где тут у вас кухня? А вот прямо веди его, женёк. Ну, только если чашечку, у меня служба, понимаете? Да, конечно, чашечку. Женёк, ты ему нальёшь? Да, с чаём, да. Лейтенант, угощайтесь, я не знаю, этот дебил вот этот на баргане, вот что-то кушать ничего не умеет делать. Не, я кушать не хочу, меня мама покормила, я не хочу. Чайка нету, есть только вот такая вот штучка, не хотите попробовать? Зачем ты ему соль даёшь? Какой кокаин? Белый снег, вы что, совсем? Чем вы тут занимаетесь? Это соль, лейтенант, генерал. Какой кокаин? Соль заберите обратно. Ну какая-то странная у вас соль. Да ты вы скушаете, она вкусная. Вы так сразу... Почему не ем, извините, как бы, нет. Что не ешь? Обычная таланская соль через нос принимать надо. Ну ладно, пошли, так. Через нос я такое вообще таким не занимаюсь. Что-то... Ого, а что это у вас за дверь такая закрытая? Ой, да, это ничего нету. Да ничего там нету, генерал-лейтенант, Огурцы, да? Огурцы, да. Ой, огурцы, покажите мне огурцы. Не, они еще не дозрели, огурцы. Там ничего нет, вообще ничего. Ничего там нету, лейтенант-генерал. Ладно. Ну я потом с ордером приду, проверю обязательно. Да, вот ордер получите на обыск, вот тогда приходите, да. Ладно, а тут у вас что? Что делать? Да, идем. О, это у вас тут задний дворик, да, там это, шезлонги, как. Ой, да это не. Да не, почему ты... Это что у вас тут такое? Это не огород. Но это вот наша... Это мама с папой лежат тут. Участковый хосе. Я, кстати, слушал, что тут какой-то участковый хосе работал. А что он у вас тут похоронен? А это наш папа. Да, папа наш был хосе участковый. А пожарный Андрюшка, он был жаркий, это кто? Это наш пожарный, это наш дядя, пожарный Андрюха был. Ну ладно. Хотя это как-то странно, я хочу вам сказать. А пусть шериф, это кто такой? Ну это помощник. Это брат старший. А почему старший брат? Самый старший из всех троих, я ничего не могу понять. Ну потому что он старший. Ошибочка вышла, не так написали просто. Да, тут ошибочка, пожарный Андрюха там вообще уже очень старый. Ладно, мы к этому еще с вами вернемся. Мне кажется, у вас тут как-то незаконно закопаны люди. Да почему? Это наша семейка, что незаконно, шериф полицейский. Ладно, у вас же двухэтажный дом, я так понимаю, да? Ну да. Интересненько, что у вас на втором этаже?
Да нет. Там тоже ничего нет. Туалет, там туалет только минерал лучше. Да, вообще. Я как раз посикал бы, пойдемте. А, ну ладно, давай, можешь. Да, туалет, я тут вижу. Да, вот туалет. О, спальня, у вас, наверное, какая-то хорошая. Ой, да, 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 Мишка тут какой-то, да? Да, хорошая спальня, да, хорошая. А что вы там прячете? А ничего мы не прячем, просто я уперся об стеночку. Ой, спина болит просто. На огороде весь день работает. А ну-ка, отойдите быстро. Ой-ой-ой. Быстро отойдите. Ладно. Так, что это у вас тут? Это что такое? Кто это такой? И что, почему у него в руках? Что это? Эдичка, это твое, да, я так и знал, садите его! Это он! Так, ладно, сейчас мы разберемся, я пойду пописываю и быстро вас отведу в участок, потому что здесь кто-то непонятно. Да, 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 идите, генерал, да, полицейский, да, лейтенант. Да. Так, идите. Ой, господи, даже в ванной фламинго. Сейчас. Стоп, стоп. Да, да, да. Да, вы писайте там, да, писайте. Писайте, писайте. Да, 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 да. Капец, даже в ванной фламинго. Что за извращенцы? Какие-то лавовые лампы. Господи, непонятно вообще. Генерал! Алло! Ну шо, Эдичка, пойдем. Пошли давай, чё там участковый пошли. Да, он спит, мне кажется, там. Участковый, просыпайся! Просыпайся. Почему я привязан? Где я вообще? Алло, отвяжите меня, он ни хрена не соображает, прикинь. Лейтенант, у меня есть пистолет. Какой ты пистолет, какой ты связан, лейтенант. А ты чё думал, мы обычные дебилы какие-то, да? Какие вообще, я не могу понять. Кто меня нужен? Местные маньячины, такие уникальные, специфичные, гомосеки. Короче, а ты бы не смеялся, ты бы не смеялся. Короче, так, Эдичка, вставай за камеру, вставай. Быстро отвяжите меня. Сейчас разве? Давай соседу, да, быстро подвяжи. Давай, Жиндос, давай. Камеру, куда ты стал там, Давай. Куда ты снимаешь трусы? Быстро. Давай, давай. Обратно. Суй, давай. Алло, куда? Да.